Полное описание и точная дата выхода 9 и 10 серии нового сериала «Под напряжением». 9 и 10 серии сериала выйдут на НТВ 18 июля. В новых сериях мы увидим, как у мотеля неподалеку от Нижнего Макарачева найдены свежие захоронения мужчины и женщины. Причем похоронены они в могиле женщины, умершей 300 лет назад. Одновременно из своего номера пропадает этнограф Галина Хвостова. 10 лет назад неподалеку в лесу была убита Валентина Зуева. И она, и нынешняя пара хаотично истыканы ножом. Налицо признаки серийного убийства. Дело расследует Шумская и Высоков. Опознана новая жертва. Это Архипов, который пропал в 2010 году. Тем временем кто-то поджигает квартиру Хвостовых. Оперативники едва успевают спасти Хвостова и его детей. Шумская считает, что Хвостову убили из-за рисунка, который она нашла на дереве. Или она случайно стала свидетелем убийства. Опера находит захоронение Хвостовой. Она также вся исколота и похоронена головой на север, в чужой старой могиле. Напомним, 9 и 10 серии сериала выйдут на НТВ 18 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.